Всем привет, с вами Exilius 12, и мы продолжаем проходить игру Far Cry 3. И как вы могли видеть в расписании видео, в этой части, как я и обещал давно уже, я вас познакомлю с Цитрой сегодня. В общем, нам надо вон подойти к той точке, как вы поняли. Надо метку с карты уже снять, я немного туда поставил. Ладно, приходим сюда. И смотрим ролик. Джейсон, стой спокойно, чтобы видели. Терпение. Деннис, кто рядом с тобой? Молодой воин! Я хочу представить его Цитре. Ходите! За мной. Как все просто. Сюда, не отставай. Ну тут клады есть, можно Цитру ограбить. Смартфон у Цитры? Вы что, прикалываетесь? Привет. Нас уже узнают, здороваются. Автограф попроще? Не, не попроще. Деннис, ты привел сюда постороннего. Я нашел того, кто не подведет. Назад! Дерханти! Покажи свою руку. Это Джейсон. Я о нем уже говорил. Хай. Разве в Америке учат говорить без разрешения? Нет, во Франции. Санапанкабауа. Ты храбр, если смеешься в лицо смерти. Искусно. Я отдам их тебе. Тогда срежу! Я думала, ты любишь шутки. Мало кто из посторонних видел этот храп. И лишь немногие были внутри. Зачем ты здесь? Я ищу силу, чтобы победить Васа и спасти друзей. И это все. Я не поведу в бой свое войско ради тебя. Ты не один из нас. Тогда я стану воином. Очень смешно. Уходи. У него мой брат. Вас? Я готов на все, чтобы вернуть его. Дариканса Херба. Принеси мне то, что потеряно. И мы поговорим. Да, веселая баба. Ух ты. Да, Цитра заметила твой пыл. Принеси то, что потеряно. Что она имела в виду? Выпей, и ответ придет сам собой. Сейчас опять будут наркоманские глюки. Тебе говорит страх. Тебе же нужны силы, чтобы спасти друзей. Да. Тогда пей. Как все просто. Мы слишком часто сдерживаем себя. Представь, как можно быстро достичь успеха, если делать то, что желаешь. Деннис дело говорит. Так, сейчас у нас будут наркоманские бредни. О, черт! О, черт! Черт! Юху!
Оливер? Кит? Райли? Где я? Стой! О, чертовщина! Мощно, мощно. Я когда в первый раз играл, вообще охреневал. Что курили разработчики? Это просто... Это я просто даже не знаю, как описать. Что? Но сделано прикольно. Музыка подобрана в тему. Если честно, я нечто подобное испытывал, когда от наркоза отходил в больничке. Ну, примерно вот так было все. На этих сейчас камнях будет вас танцевать. Возьму тебя окровавленным, люблю мясо с кровью. Ты чего такой неласковый, а? Долбанный баг. По прозвищу Мудак. Ты так близок к концу. Давай! Заканчивай! Мило. А, нет, вас танцевать не тут будет. Это будет позднее. Хочешь работать на меня? Выполняй мои правила. Как он с этого моста не проваливается. Тут, блин, шаги метровые надо делать, чтобы пройти. Так, а вот и хуёжик тот самый. Эти наркоманские бредни, они достаточно быстро проходят. Их длинными разработчики делать не стали. Так. Деннис опять нам накалывает. Бога и младшего брата Райли. А потом... Накалывает Атау, только я не помню, разве... В белом костюме. Навыки открываются... Не после да того, как мы принесем цитриху ёжика, а? Было темно, и грязно, и опасно. И старинный нож? Да, старинный нож с украшенным лезвием. Откуда ты знаешь? Ты говорил во сне. На востоке, на территории пиратов, есть трущобы. Ладно, значит, не туда. Трущобы большие. Как будешь искать нож? Просто. Начну с человека в белом. Так, ну теперь нам надо, наверное, покинуть храм. Привет. Не будем терять времени. Тут нам пока делать не особо нечего. Дверь за нами закрывается, разумеется. Так, и теперь нас сходу же отправляют сюда. Так что, наверное, нам придется сегодня опять исследовать остров. Но сюда можно быстро переместиться. Вот это очень сильно радует. Но прежде чем мы это сделаем, давайте-ка посмотрим. Так, сначала... Ладно, пофигу, посмотрим. Можно... Ага, навыки нам открылись. Прекрасно. Если вы хотите быстро перезарядить, так, нажмите К... Прикольный навык. Вот этот прикольный навык вот этот возьмем. Потом, что тут еще? Нет, это мне не надо.
Так, глубокий вдох, в принципе, тоже возьмем. Убийство ударом снизу. Возьму. Прикольно. Ну, конечно, не полностью нам раскрыли все, но... Вот это прикольно. Вот это хороший навык, но... А, в принципе, пофигу. Если этот навык хороший, его надо взять. Так, вот мы по цапле почти все навыки взяли. Но вот эти, я считаю, мне не нужны. Ну, контроль дыхания, в принципе, полезный навык, но я пока еще под сомнением. Давайте посмотрим, что здесь есть. Ну-ка, вот это как работает? А, понятно. Ну, это прям вообще жестко. Нажмите А, чтобы начать обычное убийство. Так, это понятно. Вот, нажимайте, чтобы нацелиться. Понятно. Понятно. Короче, это типа комбо что-то. Трюк с гранатой. Вытащите чеку гранаты на поясе. А, прикольно. Этот можно взять. Баба... Убийство тяжеловесов. Жалко, вот это закрыто. Нет, вот это не надо. Это мне не надо. О, вот это обязательно возьмем. Здоровье больше. Это всегда хорошо. Ух ты, 4 ячеек здоровья тоже возьмем. Все это полезная штука. Так, ну это, я считаю, не надо. Вот это, конечно, полезная вещь, но у нас пока нет 6 ячеек здоровья. Поэтому пока он нам не нужен. Бег сквозь джунгли. О, опытный лучник обязательно возьмем. 2 раза больше, да. Нафиг мне эти шкуры, у меня уже все есть. О, вот это вот полезная вещь, автоматически... Ну-ка, вот это как работает? Четко. Вот это офигенная штука. Так, собиратель трофеев. Тоже фигня офигенная. То есть мы теперь не обязаны это... Подходить, зажимать Е, да, и он там будет обыскивать. Он сразу будет это... Собирать... Трофеи. Так, бег сквозь джунгли мне не очень. Вот мастер-лучник. Ну вот нет, я, наверное, возьму мастер-лучник. Ну, как-то так. Сейчас у нас татуировка вам намного преобразится. Сами посмотрите. Ну ладно. Теперь давайте займемся исследованием острова. Как я писал... В графике выхода видео я примерно так еще написал, о чем будет часть. Планирую я насчет хуёжика заниматься этим делом завтра. А сегодня мы будем исследовать остров. Так, нам надо переплыть, потому что без карты играть это очень-очень даже... Не есть удобно. Да, вот у нас теперь 4 ячейки здоровья. Это очень хорошо. Теперь наша выживаемость повысилась, как вы понимаете. Так, сейчас, конечно же, будут какие-нибудь квесты. Да, вышка хорошая. Не лестница, ничего, ну ладно. Это еще не самое страшное. Так. Эй, не... Блин. Так, я думал, он перепрыгнет. Вообще, вот, в принципе, даже в реале залезть ничего сложного бы не составило.
Но сами понимаете, в игре это сделать всегда сложнее. А вот проход есть, что-то я тупанул. Сори. Но с каждым разом на вышке залазить будет все веселее и веселее, это я вам гарантирую. Ух ты. Пират. Ну, в принципе, мне пофигу на него. Меня больше интересует вышка. Ах, блин. Не надо падать. Падать не надо, надо залазить туда. Так, лучше я вам советую присесть, так вам будет удобнее передвигаться на сложно проходимых участках вышки. Так, залазим. Опа. Ну все, сейчас уже, наверное, должна лестница быть. Ага. Ну, тут у нас, кстати, клад есть. Так, понятно, что я уже буду сегодня вечером делать, собирать трофейные реликвии, всякие шмотки, письма и прочее на этой исследованной территории. Эту же я, конечно, снимать не буду. Собирательство это все скучно. Я имею в виду скучно снимать, но в целом это оказалось не таким уж скучным делом. То есть, если, в принципе, у вас нечем заняться, есть желание, то я вам советую пособирать, потому что даже это разработчики сделали достаточно интересно. Так, ну и что у нас из квестов есть? Медпомощь. А, письма, реликвии. Так, ну вот, я не знаю, вот сюда я пока лезть не хочу, если честно. Во-первых, это далеко. Не знаю я. Посмотрим. Так, давайте-ка спустимся. Ух! И сразу возьмем вот этот квест, чтобы потом за ним не бегать. Так, на машине это хорошо. Так, что-то подлагивает. Ну, бывает. О, ехать там не по дороге надо. Ох, блин. Вот она, ралли, зарождалась. Езда под джунглем. Блин. Можно и так. Так, ну, самое главное, что они. Не съезжайте с трассы, не пытайтесь там как-то срезать. Просто едете по точкам, если вы едете нормально. Не вот не боком на мосту деревянном, да? То, в принципе, вы успеете. Сложности у вас с этим не возникнет. Давай. 20 секунд, чего есть. Да, сегодня мы квест про хуёжик брать не будем. Я вас познакомил с титрами, как и обещал. И теперь давайте займемся исследованием острова. Вы, конечно, можете сказать... Остров ты исследуешь уже давно, да? Почти каждая серия с этим связана, но... Это нам упростит жизнь в дальнейшем. Так, у нас два тяжеловеса. Блин, надо так глупо накосячить, а. Все, нас спалили. Нифига тяжеловесу башку размозжило. Будем через минуту. Так, главное тяжеловес. Но с такой снайперкой это сделать...
Помогите, я под обстрелом! Ну, конечно, не есть стелс, но я и не собирался, если честно. А как же автоматический побор трупов? Какого фига? Человека убрали, это главное. С такой снайперкой просто можно сквозь укрытие, мне кажется, убивать. А! Вот это я чуть не накачаю. На, жри! Да, как-то так. Ох, блин, вот это фигово. Сварщик долбанный. Больше всего, после того, как я почти прошел в первый раз в Far Cry 3, я боюсь именно тяжеловесов. Потому что все остальные, они, в принципе, ничто по сравнению с ними. Если руки не из жопы. Да, народу много, но в принципе... Ну давай, высунь голову. А хотя, может, не соуть. Так, ну как-то так. Да, с такой снайпой, с таким драйвером это делать очень весело, я вам скажу. Стелс, но иногда это. О, пулеметы. Ну нифига он автоматически трупы не обыскивает. Это я вам точно говорю. Но трупы надо пообыскивать, потому что не надо мне калаш. Калаш не надо. Да господи, ну... Не тупи ты так, Джейсон, не нужен мне этот калаш. Я не говорю, что это оружие плохое, но... Так, понятно, походу труп просто обшмонать нельзя. Чё ты автоматом-то не обыскиваешь? Я ж взял навык. О, у нас еще один. Тогда бы я взял... А, это у нас уже есть. Ловкие пальцы. Ну, а, в принципе, вот этот мне не особо нужен. Но ради вот этого я бы взял. Быстро менять оружие. Ну да, понятно. В общем, стоит взять. Так, давайте-ка вылечимся. Ну как тебя обыскать-то? Блин, обыскивать их, пока найдешь правильное положение, чтобы их обыскать. Как будто реликвию собираешь. Ты же автоматически должен это делать, а? Джейсон, жопа ты ленивая. Где тут клад есть? Мы очистим тут все от пирата. Понятно. Обещал. Искупались заодно. Вот, трупы лежат. Да, тяжеловесов жестко снайперка разрывала. Буквально прям. Надеюсь, тебя в порядке. Так, что тут у нас еще есть? Трупов просто много. Ну вот есть, конечно, один минус. Смотри! Когда вы просто тупо штурмуете аванпост. Потому что опыта дается меньше. Это да. Вот это минус, конечно. Так, с кем они там стреляются? О! Воина Ракьят убили. Так, ну охотиться мы будем аванпост наш. В других сериях. Посмотри на тот комнат. Обязательно я потом вам помогу, но не сейчас. Сейчас давайте зайдем сюда. Возможно, тут есть флешка.
на это. Нет, торговать я буду не на видео. Как я говорил, у меня вылетает игра. Поэтому уж извините. Но это я показывать больше не буду. Потому что вылет это всегда плохо. Так, нет, флешек, к сожалению, здесь нет. Так, давайте-ка вон тот этот обыщем. Шкуру, я не знаю, снимать, не снимать. Это, по-моему, обычный буйвол. Буйволы, они же не особо такие буйные. Ну, конечно, понимаю, название их обязывает. Так, ладно, давайте-ка клады возьмем. Клады — это всегда хорошо. И давайте посмотрим, что нам еще нужно сделать. Думаю, минут 20 мы где-то уже наснимали. Поэтому пока я... Может, даже побольше. Но пока еще я не хочу заканчивать часть. Нет, нет, нет. Так. У нас вот аванпост есть. Испытание ракет я тоже буду проходить сам. Я это не люблю снимать. В общем... Что, давайте посмотрим в путеводитель. Это оказалось полезная вещь. Так, радиолучки нам вряд ли что-то откроют в ближайшее время. Вот два ванпоста для изучить бы. Так, извините, я прервусь. Так, я тут. Карту памяти одну взять, нам что-то откроют. Испытание ракьят. Вот я как раз два пройдут, мне, наверное, какую-нибудь нявку откроют. Навыки нет, сюжетных заданий тоже нет пока. Так, писем, вот у нас их 8 из 20, но так как островов-то 2, мне кажется, мы на этом острове сможем собрать только 10 штук. Они как раз тоже есть по карте. Но это все я буду собирать сегодня вечером. Так, а пока нам надо вон туда. Потому что... Мартышкин труд. А, да, это прикольное дополнение. Я про него читал, сам не пробовал играть. Но если там все реально как в описании, то это весело. Веселая штука. Главный смысл этого дополнения — это добавить похожего персонажа на вас, но тоже немного тронутого головой, но не менее такого веселого. Вот у меня сейчас снайпа, которая может через броневик пробить бронестекло или саму броню, если она не слишком толстая, да, и снести мозги водителю этого самого броневика. Но с такой снайпой мне стрелять, ну, сами понимаете, никак не есть удобно. Так, давайте вообще посмотрим, кто там есть. Так, это, по-моему, этим, кто под знаком молнии, это эти, как их, которые, короче, с ножом набрасываются, или с этим, с огнем, смотря какая текстурка. Так, а нет никакой этой, ну, к примеру, там решетки. Животинку какую-нибудь освободить, чтобы она вам там шороху навела. Если вас так мало, то, в принципе, можно попытаться постелсить. Смотрите, снайпер. И 4... Как бы их назвать? Штурмовика ближнего боя. Если это можно так назвать. У нас для тихой стрельбы только лук имеется. Но из лука сейчас намного проще стало целиться. Так, во-первых, присядем. Можно, кстати, попробовать наши навыки, которые мы взяли. Так, вот как он нас сейчас не палит, я не понимаю. Желательно их как-нибудь по одному. Вот, еще один нарисовался, падла. Так, там их трое. Четверо, блин. Да, для начала, я думаю, надо сигналку отключить, как вы думаете? Я думаю, вы со мной согласны. Потому что даже если нас спалят, хотя бы проблем меньше будет.
Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь человек я насчитал. Я сыт по горло этими повстанцами. Почти все они этим, для ближнего боя. Так, вот ты там чё встал, а? Как они узнают, куда бежать, а? Попробуем сейчас. Блин, я хотел комбо попробовать. Блин, сигналку ты не выключил. Стоять, стоять. Все, сигналку выключил. Теперь пофигу, можно шороху навести. Уже не так страшно. А, снайпер. Ех ты, это не снайпер, не. Я вам скажу, кто это. Это гранатометчик гребаный. О, РПГ. Ну не, легкий аванпост. Прошлый был намного сложней. Этот можно и стелсом взять, если бы у меня была моя снайпа. И еще какое-нибудь оружие. Для тихого боя. Ну, я немного план маршрута проработал. Конечно, в открытую было убивать... Глупо убивать того солдата из лука. Он ведь на открытой местности был, все его видели. Но я все равно не понимаю, как они умудряются определить, откуда была выпущена стрела, и прибежать туда всей кучей. Бумажник у нас уже битком. Печалька. О, флешка есть, ха, ништяк. Так, что тут у нас еще? Вся зона исследована, так, квесты эти мы выполним в следующей серии. Нам просто легко будет, ну не в следующей, но выполним. Легко будет от быстрого перехода до квестов добраться, это радует. Испытание ракеты, я как уже говорил, выполнил. Сам, без записи. Также соберу реликвии без записи, с письмами. И чё, главное, наверное, сейчас отправлюсь вот на эту вышку. Потому что здесь есть еще одно испытание ракьята, чтобы мне что-то открыли, какую-то нявку там. Мне надо выполнить как раз два. Вот еще я, наверное, вам вышку покажу и закончу серию. Но прежде чем я вам вышку покажу... Мы зайдем вот сюда. Так, берем флешку. 10 из 2. Вот у нас ровно половину карт памяти. О, шинковалка. Блин, это же это. Вектор. Да, это вектор. Скажите мне, что это вектор. Так, давайте, во-первых, купим боеприпасы, потому что нам надо куда-то деньги опять слить. Во-вторых, карты. Вещи, берег Хуберта. А, понятно. Ну, я клады не покупаю, мне они не особо дались. А больше пока ничто не открылось. Вот он, вектор. Ну, вектор это оригинальное название. А, ну, в принципе. Ну, это просто усовершенствованный вектор. Вот я вам советую купить. Это очень хорошая штука. Так, мы его возьмем вместо пистолета. Так, ну дробовик у нас будет. Если это будет у нас вместо штурмовой винтовки, в принципе, вещь похожая. Это у нас будет как, ну, как и дробовик, только усовершенствованный. Лук я тоже менять ни за что не буду. Лук это вещь самая такая. Так, во-первых, бронежилет купим. Теперь у нас место освободилось. Так, пистолет и пулемет, а, МП-5 открылось. И давайте возьмем нашу вторую снайперскую винтовку. Экипировать. Так, ее возьмем мы вместо слонобойки. Так, все. И теперь, блин. А, ну, в принципе, вылетает игра не всегда, а на продаже шкур животных. Когда надо нажимать окей, чтобы подтвердить, что я согласен с продажей. Так, ну одна шкура буйвола пусть лежит. Не хочу я так рисковать.
Так, давайте я вам покажу эту шинковалочку. Не в действии, конечно, а просто. Наша старая добрая снайпа, наш любимый лук, дробовичок. Вот она как выглядит. Ну, давай! Аванпост наш. Хочешь еще помочь? Посмотри на тут. Это больше пистолет-пулемет, но, в принципе, она хорошо будет, как штурмовая винтовка, использоваться. Так, ну вот тут у нас уже ничего нет. В принципе, вот вы видите, почти весь верх мы исследовали. Ну, сейчас я вырежу. Я дойду до радиовышки. И мы там продолжим снимать. Увидимся там. Так, вот я здесь. Кстати, вектор у нас со встроенным глушителем. Добрался я быстро. Уже 5 минут не прошло, потому что я нашел планер и просто пролетел, считайте, всю равнину. От холма до холма, скажем так. Так, и я тут двух пиратов убил. И как раз они мне помогли вспомнить, что у нас вектор со встроенным прицелом и... Тут встроенным глушителем, но и прицелом тоже. Да, мило. Будь пиратом до конца. Наблюдь толчок. Так. Опять мини-игра с вышкой. Залейся ли и мучайся без карты. Ага, вот. Так, тут у нас лестница есть. Вот этот планер, кстати. Удачно я приземлился на нем в кои-то веки, не потратив ни единицы здоровья. Ух ты, какой вид. Так. Ага, туда. Ну, это еще просто. Это просто нам надо подходить к веревкам и сжать пробел. Дальше будет посложнее. Там уже надо будет мозгом думать. Так, нам надо вверх, да? Ага, вот. С разбега. То есть вы зажимаете Shift, разбегаетесь и прыгаете на пробел и жмете, пока он не начнет забираться. Так. Ну не, вышка не геморная оказалась. Это радует. Блин, сейчас опять, наверное, откроется квест на здоровье. Ну, не на здоровье, имею в виду. Доставка лекарств. Вот я когда в технаре на тралике езжу, мне 2-3 здания попадаются с похожими антеннами на крышах. Но там даже не антенны, а вот тоже маленькие вышки. И угадайте, о чем я все время вспоминаю, когда на них смотрю. У меня город — это текстура Far Cry. Остров Far Cry, блин. Так. О, реликвии, да, сегодня, похоже, мне весело будет. Вот это все придется мне бегать, пособирать. Блин, жалко, на воде мало этих, как их, реликвий. Потому что на воде их, во-первых, собирать быстро, во-вторых, удобно. Так, ну чё, вот сюда теперь отправимся. Вру. Туда мы не отправимся. Мы отправимся теперь вот сюда. Потому что не хочу я бегать потом за этим квестом. Потому что быстрого перехода, сами видите, здесь нет. Блин, пираты спалили. Нет. Как правильно было замечено, у меня тут шинковалочка. Так что... Блин! Ну, медведь, ты попал на шинковалку. Так, еще одна машина едет. Давайте-ка спрячемся. Да-да, валите отсюда. Блин, вот идиоты, а. Мишка, поделись шкуркой. Ты какого хрена в машину сел?
чё я парюсь? Блин, целился в одного, убил другого, как всегда. Ну а того с шинковалочки добьем. Им много патронов не надо. Я с этой пушкой я почти до конца игры буду бегать, потому что вещь реально офигенная. Хотя против вот этих бронированных здоровых амбалов я бы не советовал вам ее использовать, все равно не сильно поможет. Блин, да сколько ж тут пиратов. Вот поэтому я и стараюсь сразу аванпосты обыскать. Вот эти вот кустовые, они бесят. Давай, обыскивай. Вот мы уже сколько, 3 или 4 машины патрульных убили. Перебили, точнее. А я всего-то хочу сесть на квадроцикл и выполнить квест. И все. Так, надо сразу перезарядиться. Это главный закон. Пока есть возможность, перезаряжайся. Так, с боевика я, к счастью, не потратил. А вот на вектор я уже немало патронов потратил. Так, надеюсь, мне не туда сигать надо. Мне надо будет туда сигать. Блин. Уху-ху, блин. Офигенски. Вот это четко сделано. Главное, чтобы у вас руки были не жопа. Иначе вы обязательно перевернетесь там. Ну, как совет могу дать, не... Старайтесь быстро нажимать лево-вправо, чтобы выпрямиться. Лучше подождите, пока квадроцикл перестанет летать и вилять задом в полете. Уже тогда выпрямляйте ваш маршрут. Потому что если вы будете резко поворачивать лево-вправо, когда он, ну, летит, то вас обязательно либо занесет конкретно, либо перевернет. Я думаю, вы не хотите, чтобы это произошло. Я уже вижу красный дым. И кому лекарства нужны, вы извините меня. Не домов, ничего. О, тут клад зато есть. Для клада лекарства привезли. Так, давайте-ка зелененькую соберем. Так, о, аванпост близко. Ну это прям ништяк, ништяк. Очки навыков, один... О, прикольно. Я хотел взять... Какой я хотел взять-то, я забыл. А, контроль дыхания, точно. Да, возьму. Ну... Как вы понимаете, сейчас я, когда вечером пособираю реликвии и по всякие другие штуки, да еще испытание ракьят выполню, откроются еще пару навыков. Мишка, устрой шороху. Медведь им там устроит веселую жизнь. Четко, четко, вот это четко. Есть польза от мишек, когда они на вашей стороне. Медведь один вполне может весь аванпост перебить. И отвлечь на себя, разумеется, внимание. Интересно, а тут есть? Блин, немного неудачно я его снял. Успели вызвать подкрепление, козлы. Почти же втихую прошел. Будем через минуту. Кто? Кто это, падла? Он один, наверное, остался, я уверен. Идем с юга. Вот ты паскуда, а как ты мог это сделать, а? Нельзя их как-то...
вырубить, что ли, я не знаю. Эти все трупы обыскивать. Идут с севера. То есть вот, да. По карте можно ориентироваться быстренько, откуда они придут. Ты чё, на мою лестницу хочешь залезть, а? Блин, убили. Ну не знаю, может оно и к лучшему. Потому что из-за одного козла я про... Да чё, мелочиться, приебал почти 500 хп. Это немало, я вам скажу. Это две реликвии. Как ты меня спаливаешь, я в траве вообще. Когда я перед вашим носом туда-сюда прыгаю, вы меня не видите. А, медведь шороху навел. Что-то он пока мало убил народу. Так, кто меня там палить хочет? Палить. Во, идиот. Что творите, бакланы? Так, ну я вижу двоих снайперов. Мертвого мишку. Нет, я его сквозь дом не могу убить. У меня же не слонобойка. Да, того замочил. Еще один, что ли? Все, ништяк. Сейчас нам должны намного больше опыта дать. Сейчас посмотрим. Да, вот 1500, вот видите? Даже не 500 хп, а почти 1000 хп. Ух ты, новинки в магазинах тень. Прикольно, прикольно. В общем, старайтесь все же не штурмовать блокпосты, аванпосты, неважно. А именно как-то по-тихому их захватывать. Если, конечно, там маленькая армия, а не аванпост, то... Ты поможешь с заданиями с доски объявлений? То, конечно, это... Можете штурмовать. Ну, и когда сложно стелсить, да? Но вот когда это просто сделать, я вам не советую. Тут было прекрасно. Хотя, чего? Да я сейчас быстро их перестреляю, и все. Лучше чуть-чуть напрягитесь. И халявный опыт у вас в кармане. Ну, вообще, сами решайте, как проходить. В принципе. Каждый сам себе хозяин. Тут еще нам повезло, медведь был. Это вообще... Штука полезная, медведь. Хм. Так вот, не знаю, где он, я бы шкурку снял с радостью. Ну же, давай! Так, трупы мы обыскали. А, где... А, вот он. Ну, их я продам, как вы знаете, на запись. Я имею в виду шкурки. Вот, по идее, бы уже надо бы закончить часть, но... Я так хотел... Обыскать вот эти вот два ванпоста... Ну ладно, два я не хотел. Рано пока нам еще. Просто они близко, ну ладно, в принципе, пофигу. Но вот это я еще хотел бы обыскать, потому что именно здесь мне сегодня придется бегать, собирать реликвии и прочее. И они мне будут мешаться. Я, наверное, сейчас вырежу, как я до туда дойду, и пусть часть затянутой будет, но... Это... Это все я! Это все я! Верхнюю, почти всю боковую половину мы исследуем. Это радует. Так, флешек здесь нет.
Так, ну то есть халь... А, не, есть флешка, вру. Так, ну ладно, сейчас я загляну в магазинчик и пойду к тому аванпосту, в общем, вырежу, увидимся там. Так, ну я быстро доехал опять, взял машину, там оказалась прямая дорога к этому аванпосту от того, где я был. Главное, пару поворотов не пропустите, в принципе, быстро доезжаете. Так, вот мы приехали. Всегда советую вам немного в стороне от аванпоста выходить из машины, если вы на какой-то технике едете, чтобы осмотреться. Впритык не советую подъезжать. Так, вот они сейчас по разных сторон, в разных сторонах стоят все, то есть так и говорят сами за себя: обстреляй нас, Мега Сириус 12, стреляй своей тихой снайперки в нас. Хэдшот. Еще хэдшот. Блин, не хэдшот. Фигово, фигово, фигово. Хэдшот, все. Главное, чтоб не спалили. Перестрелять их. Блин. Да что такое, а? Так, вектор. Вектор очень полезная штука, когда вас спалили, ну точнее, они спалили, что есть снайпер, но не спалили, где вы. В такие случаи он просто вас спасет. Кстати, их оказалось больше, чем было первоначально. Фак. Он там спрятался за камнями. Спалил или нет? Да ладно, неужели я из одного сейчас столько опыта потеряю? Блин! Ну это обидно, это обидно, честно. Ну ладно, раз уж так получилось. Что ж, надо за свои косяки отвечать. Сам виноват, что не убил его быстро. Ладно, пофигу. В общем, на этом я часть заканчиваю. Сейчас я порыскую, тут пообыскиваю трупы, попродаю все. Следующую часть мы начнем здесь. А, нет. Нет, я вам обещал это, хуёжик искать. Но я не знаю, возможно, поменяю планы. Возможно, в следующих частях мы начнем выполнять квесты. Их много, но, возможно, мы их выполним все за одну часть, потому что я оставил их как раз там, где быстрые переходы, то есть проблем с ними возникнуть не должно. Ну вот единственное, вот тут вот подалеко, но тут доехать достаточно просто, это я уже изучил маршрут. В общем, вот так, такие планы. Ладно, на этом я с вами прощаюсь, всем спасибо за просмотр, удачи, пока, подписываемся на мой канал. Как всегда, по традиции, чаще сохраняйтесь, но я не буду пока сохраняться, позже. Ну и все, удачи, ставим лайки, комментируем видео, вступаем в группу ВКонтакте, ссылка есть в описании. Там вы можете узнать многие последние новости по поводу моего канала, пообщаться с людьми, с подписчиками моего канала. Сам я порой отвечаю на ваши вопросы там, ну и задать ваши вопросы мне. В общем, вот такие дела. Ладно, всем приятного просмотра еще раз, спасибо, что смотрели. До встречи и увидимся. Не болейте.